Они помогают бездомным животным, развозят лекарства и продукты пожилым и нуждающимся людям, проводят эко-акции субботники. Это лишь малая часть тех добрых дел, которые практически ежедневно выполняют саровские волонтеры. Сегодня они пришли в молодежный центр, чтобы узнать больше о возможностях добровольцев в регионе, познакомиться и обменяться опытом. Если вспомнить ковидные времена, которые были совсем недавно, то именно вы первыми пришли на помощь тем людям, которые сидели дома на самоизоляции. Вы покупали лекарства, покупали продукты, выгуливали домашних животных и делали это искренне и зачастую рискуя собственной жизнью. Вообще, вы удивительные люди. Люди с открытой душой и добрым сердцем. Районный семинар волонтерских организаций региона организовали представители АНО «Волонтерский центр» Нижегородской области. Они рассказали нашим добровольцам о создании доброцентров. Сегодня мы ребятам расскажем в первую очередь об АНО, о доброцентрах, да, о сайте платформе Добро РФ, в которой они все заходят и зарабатывают волонтерские часы. Также ребят будет ждать креативная сессия, небольшой тимбилдинг, чтобы познакомиться и нарисовать собственные логотипы своей команды. Вот. Ну и просто в конце у нас ждет такой интересный формат, да, как я уже сказала ранее, креативная сессия, которым они будут придумывать идеи, да, направленные на решение проблем в городе Саров. Вот. И далее будет защищать данное решение. Районные слеты волонтерских организаций реализуются с целью создания эффективной платформы для развития добровольчества на территории Нижегородской области. Проекты, разработанные на семинаре, не лягут в стол. Лучшие из них саровским волонтерам помогут реализовать. Все проекты, которые мы сегодня с ними напишем, защитим, и мы надеемся реализовать и взять под свое крыло. То есть будут у нас сегодня несколько таких победителей, да, которые в конечном итоге с ними свяжутся эксперты или представители нашего центра, которые потом их проекты, да, войдут в стратегический план по развитию добровольчества Нижегородской области на 2024 год. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.